Сам павильон, он сдан в аренду, поэтому сейчас делается его, скажем так, приводится в порядок его внешний вид, внутренний вид, будет облагоустроена территория возле него, и он будет продолжать осуществлять свою деятельность по назначению. Это будет замечательный новый супермаркет продовольственных товаров. А он перейдет в класс такого большого супермаркета на территории, там будет возможность даже подъезжать автотранспортом, рассматриваются вопросы установления на перспективу заправочной станции для электромобилей. Вот. И, конечно, приведется его внешний вид в нормальное состояние, потому что вы видите, за долгий период времени, то, что он стоит, уже есть там элементы ржавчины уже по фасадной части проявляются и так далее. И плюс внутреннюю часть тоже приведут, будет система вентиляции, кондиционирования установлена, будет положен новый пол, отделка стен произойдет. Вот, вот это произойдет с этим павильоном. Мы все-таки надежды не теряем, то, что люди, которые стоят на улицах, они все-таки зайдут на территорию рынка и вернутся. И для этого будет предусмотрено, сейчас разрабатывается план благоустройства и обустройства здесь со стороны мясного павильона, территории, где будут сделаны крытые столы, прилавки для легкого и удобного осуществления им торговли. Там лучше было. Так лучше було чи хуже? Ні, тут лучше. Тут лучше тільки якби оце було. Ну так, якби застеклили, то було б лучше. Скольняки. Та вікно треба чим позавити. Помагати. Тут скольняки, що?